Улыбайтесь. Вы идете на отчет мэра? Да. А вопрос подготовили? Что бы вы хотели спросить у мэра? На что хотели бы получить ответ? А, мы хотели бы спросить у мэра, когда будут в городе газоны, когда будут растительность побольше в Херсоне, деревья, посадка пройдет, более окультурится город. Хотя и сейчас он уже начал, поставили мусорки новые, поставили лавочки для удобства, поставили, сделали новые дорожки. То есть, чтобы это не просто были слова, то, что он говорил, то, что весь город будет такой, чтобы это было вот, по-настоящему так, как оно должно быть. А как вам парки херсонские? А вот парки, парки нужно озеленять. Цветы, опять же, газоны, деревья, потому что сейчас деревья, вот они уже все старые, ломаются, нужно убирать старые деревья, засаживать новые площадки. И хотелось бы очень фонтан, который вот находится в парке в этом, чтобы он наконец-то начал функционировать, как это было раньше. А вы готовы мэру помочь? Да. Каким образом? Ну, мы креативная молодежь вообще, организация. Мы помогаем, мы участвуем в жизни города, мы устраиваем разные мероприятия. Тоже устраивали на День города здесь праздник. Устраивали несколько флешмобов, помогали херсонской группе «Я валяюсь», ну, не детские шалости. Мы с ними сотрудничаем, наши друзья, и мы им часто помогаем. Сейчас мы тоже пришли в их поддержку. Хорошо, спасибо.